Сразу после этой видеоконференции глава управления образования Алматы Ильязат Жылкыбаева провела отдельный брифинг в режиме реального времени. Она сообщила, что в новом учебном году дефицит мест в школах сократят на 80%. В предстоящем же планируется ввести в эксплуатацию 16 образовательных объектов и 23 пристройки к учебным заведениям на более 47 тысяч посадочных мест. Ранее для снижения нехватки ученических мест была разработана программа форсированного строительства объектов образования до 2022 года. Согласно прогнозам управления, в этом году в первый класс пойдут свыше 30 тысяч детей. В связи с этим нами продолжается поэтапная работа по снижению дефицита мест в школах. На сегодня 40% государственных школ остаются перегруженными. Дефицит на сегодня составляет свыше 30 тысяч мест. Ежегодный стабильный рост контингента школ наблюдается за счет рождаемости и внутренней миграции. А вот последние звонки для учеников с 1 по 10 классы по понятным причинам пройдут онлайн. Аттестаты выпускникам 9 и 11 классов выдадут на основании годовых оценок текущего учебного года. Вручать их будут не в актовом зале, а на школьном дворе. В управлении также отметили, что при организации выпускных мероприятий запрещены аниматоры, пышные праздничные столы и выездные экскурсии на автомобилях. Рассказала Ильязат Жылкыбаева и о порядке сдачи ЕНТ. В июне в ЕНТ примут участие выпускники 190 государственных школ и 49 частных школ города Алматы. Подали заявление 9047 выпускников. В соответствии с приказом Министерства образования ЕНТ будет проводиться с 20 июня по 5 июля. ЕНТ будет организовано в обычном формате с соблюдением санитарных требований. В городе определены 8 пунктов проведения ЕНТ.